Ну что, всем привет, с вами The Bayvitter, мы сейчас играем на Baldur's Gate 3. Так, ладно, продолжаем. Так, нам кто нужен? Да, в принципе, никто, можно выходить. Так, выйти из лагеря. Окей. Care to tell me a bit more? An intricate device crafted by Millar, our most gifted artisans. Подожди, давай я посмотрю миссию по этим. Спасти друида, попросить помощи. Найти, спасти друида. Так, нам нужно в рощу. А гоблинов этих убили мы? А, победить гоблина. Всех трех вожаков есть. Совершить налет на изумрудную. Мать, странные пацаны. Так, ладно, поехали. Так, здесь никак не пройти. А, подожди, можно как-то. Что это за местяк? Быстрый доступ, типа? Быстрая пробежка. Что не? Не, не то что-то. А, окей. Точно же. Окей. Почему прям здесь включилось? Так неудобно, капец. Ну, конечно же. Что у тебя еще будет, как не промах? Ну, здесь, в принципе, есть варианты передвижения. Довольно интересные. Оу. Чего? А как он остался в живых? Вот это интересно больше всего. Ладненько. Позиция ниже, да ладно вам. Так, минусец. Так, а это как кидать, не? А ладно, у нас нету действия. Так, заебок. А ебать, тебя вдышло, сука. Ну давай, бегите. Ой, красавцы, по минус 4. У них по десяточке. Так, окей. Зеркальное отражение. Бесследный шаг. Окей, давай вот это. Есть минус. Отличненько. Так, брызги яда, то мне это нужно вблизи делать. Давай вот это лучше. Блядь, еще не убило. Охренеть. По одному осталось. Обосраться можно. Ой, ну, вот так, да. Так, еще двое нарисовалось. Да ёб твою мать.
Ах, ты ж ебать, как мать. Красиво, красиво. Прикольная способность. А, они вот с этой стороны. Окей. Нихуя критически уебал. Ну, неплохо. Так, здесь пока вроде никого не видно. И где еще? Вот здесь двое. А их четверо. То есть где-то еще двое ожидают. Окей, ладно. Прикройте, я подам тревогу. Какую? Так никого там нету. Ты что, ебанутый? Успокойся. Там же никого нету, блядь. Неплохо. А, вот еще. Окей, понятненько. Сука, любители посидеть, блядь, наверху. Как вы заебали уже, слушай. Давай в этого. Двоечка осталась. Лады. Хоть сюда поднимается. Ведь позиция удобная. Бляха, реально никого не видно. Давай тогда меню какую-то жесткой выберем. Вот это давай. Хорош. Ну и последний в той стороне остался. Пошли его добивать тогда. Бля, это была моя ошибка, конечно. Нужно было сразу сохраниться в этом месте, чтобы потом 100 раз не перезапускаться. Ну да ладно. Лутать. Так, это шлемачок, шлемачок, топорчик. Блин, 65 стоит. Места нету, нужно в рощу. Чем, давайте другого возьмем. Бляха. Да, приходится много раз восстанавливать все, блин. Мне уже припасов мало. Oh.
Еще какая-то пещерка, блядь. Так, что там у нас? Исследовать храм? Найти песню ночи? Ага, это изумрудная роща, окей. Окей, поехали, ладно. Бля, так долго вот это бежать. Сюда. О, ни хера себе здесь гоблина, слушай. Критический промах. Как такое возможно? А, они на крыше. Ёб твою мать. Как они тут залезли? Ага. Охренеть ты стрельнул. А, вот еще с этой стороны. Да, блядь, ебать, конечно, здесь удобно. Хуяси, минус 13 отравления. Чувствую, мы так долго будем бегать. Слушай. Ой, бляха-муха. Позиция прям очень удобная. Move.
Ебать, даже попали. Фина себе. Хуя ты? Вообще просто, слушай. С лука тоже уебал нормально. Я думал, он атака уебет, он с лука просто уебал. Ну и странно, конечно, ебать. Так, окей. А, так этот откис как-то, оказывается. Минусец. Так, где у нас там было большое? Ага. Так, еще минус один. Да ебать. Путь перекрыт, блин. Он так не перекрыт, нормально. Так, минус еще один. И вот этого на крыше нужно тоже согреть. Бля, как же они заебали. Блять, так-то, конечно, боеприпасы закончатся. Не успеваешь куда-то отойти в безопасное место или еще куда-то. Ну все, начинается бойня какая-то. Ну что, уровень-то нам нужен. Прокачка идет, нормально. Нам боеприпасы еще найти. 4 единицы припаса. Ну, ничего так. I don't pay compliments. I make observations.
Какие поехали? Кто это такие? Барт какой-то, Рамира, Ардин. Вы кто вообще нахуй? Говорила я им, болванам, чтобы драпали. Сверни-ка лучше на север. Там безопасно. Да ну как бы зачем? Так это у нас окей, ладно. Это мы не берем, потому что на нас нападут потом. Хотя я очень сильно хотел бы взять что-нибудь опасненького. Так, окей, что здесь? Здесь ничего нету. Нам вообще в рощу нужно. Но я знаю еще один момент. Интересный. Это что? А, это они подготовились. Так, окей. Ну, а нахуй. Стойте, стойте, уберите луки. Боги Всевышние, мы тебя за гоблина приняли. Давай сюда скорей. Я хочу, чтобы ворота были закрыты, когда они придут, и нам надо поговорить. Окей. Пацаны, я полностью с вами согласен. Я хочу, чтобы вы остались живы. Но точно не гоблины. Так, боги Всевышние, ты жив, луч света в кромешной тьме. Я и не чаял, что ты уйдешь живьем из гоблинского лагеря. Рад, что ты ошибся. Так что происходит? Вы видели, как они собираются в лесу? Так, ну дров она и так, в принципе, знала об этой роще. Вот как, проклятие, я не думал, что она... Мы почти собрались уходить. Мрак, теперь это все не имеет значения, тебе не за что извиняться. И раз уж нам предстоит сражаться, я рад, что ты с нами. С тобой? Я как раз с ними. Значит, смысла ждать нет, что тебе нужно. Нам нужно быстро прорядить массы гоблинов, если мы хотим как-то сохранить. Мы все масло, которое было, прокопали под воротами, до капли. Потрубил в рог, чтобы заманить их внутрь, отстреляем их огненными стрелами и будем молиться. Я бы сказал, что твоя отвага заразительна, ну или здравый рассудок мне изменил. Сделай для подготовки все, что считаешь нужным, и протруби в рот. Начнем уже наконец. Фух, ладно, а что нам нужно? Нам нужно сохраниться, я знаю, вначале. Потому что если мы не сохранимся, потом весь путь бежать не особо хочется. Ну слушай, мы и так до хрена орков перебили. Как думаешь, сколько их там будет? Я не думаю, что их там прям много будет. Ну, десяточка, может. Мы в лагере примерно так же и убивали. Ладно, сохраняемся, начинаем. Защищать рощу. Ебать, еще жуки какие-то, вы чё? Или пауки, блядь, какие-то зеленые. Вот он, момент истины. Ну что, начинаем, ребята. А почему ворота открыты? Я так и не понял. Там реально сейчас ворота открыты.
Закройте ворота, мать вашу. Мы начинаем ебать гоблинов. Я знаю, вам страшно, но знаю также, что вы сражаетесь всю жизнь. Наш путь никогда не был легким, никто не предлагал нам простых решений. Все это... Сейчас все это так же. Точно так же. Эти твари хотят отнять у нас жизнь, детей, будущее, но мы им не позволим. Ледяной осколок впитывается. Какая милая речь. Еще немного, и слезы бы на глаза навернулись. Ох, ебать. А теперь перережь ему глотку и открой ворота. Абсолют хочет, чтобы мы убили его. Конечно нет, ты шо, сука. Предатель, думаешь, что совладаешь со мной и с Абсолютом? Какой Абсолют? Один раз потрошу. Ага. Сейчас придет в лагерь такая. Еба. Людей нету. Людей. Гоблинов нету. Этих нету. Ебать копать. Никого нету, блин. Охренеть. Так, и как мне встать в какое-то более удобное положение? Вот сюда, например. Так, давай, где у нас вот это? Нам нужно, чтобы они вообще ближе подошли. На нахуй. Так, защиту получить. Давай по этому. Так, конец. О, пауки, блядь. Почему они по два удара делают? Далеко убежишь? Нет? Так, сейчас мы делаем вот так вот. Где оно у нас-то? А нельзя, да? Можно только... А чем он нахуй перекрыть? Ну что ты говоришь, блин, такое? Что за вещи такие противные ты говоришь? Не перекрыт, видишь, нормально все. Вот так вот. Бочкой кинули, охуеть. Бочки с гоблинами, чего, блядь? Бочки с гоблинами. Охуеть. Есть, минус два. Нужно паука вот этого завалить. Наверное, пускай она бежит сюда. Бляха, и дальше гоблины идут. Когда подрывать будем-то, ребята? М? Подрывочка когда у них будет? Да ёб твою мать, как же долго они ходят. О, привет, блядь. Только, пожалуйста, не скинь меня туда. Окей, спасибо. Путь перекрыт, значит, нам нужно вот сюда отбежать. На нахуй. Красота, смерть просто.
Да что ты промахнулся? Ну, ну серьезно ты? Красавцы, ну что-то вы ему вообще не кританули. Вот так вот нужно, смотрите. Блять, еще и помеха. Высокая степень защиты. А я хочу... На ебаный ты рот, нахуй. Пацана там не заденет, не? О! Вот это хорош. Еще чем-то кинуть можно, не? Бляха, у меня аптечек нету. А где паука завалили? Окей. Окей, это хорошая новость. А чё он такой-то? Убитый, блядь, побитый. Нормально ж всё. Нихуя. Ты шо так? Отдачу уебал. Отдачу уебал, слушай. Неплохо, неплохо. Так, окей. И нам нужна позиция у нас выше. Путь перекрыт. Сюка, нужно сюда идти, а он... Может так будет видно? О, да, так вообще просто шикарно. Давай по вот этому. Держи, мой хороший. Последняя была бочка. Кстати, они кончаются вот так вот. Вот это правильно. Потому что если бы они были бесконечные, ну это тупня была бы пиздец. Ну, эту последнюю бочку он кинул. Да бляха, что такая камера выебистая. Так, окей. Да ну какой промах, ну серьезно. Ты же издеваешься.
А почему он с бочкой там не взрывается? Что за бред? Охуеть можно, если честно. Да, хорошо. Еще минус один. Блять, как здесь выбрать позицию нормально? И что, ты по стене полезешь? Вот хорошо. Видишь, как хорошо? Всех здесь собрали. Хуй они ворота пройдут. Это практически нереально. Так, а это что? Свиток паралич гуманоида, свиток тьма. Попадает сильно оказавшееся существо. Типа по области. Окей, давай. Красота. Ну так подходи, что ты, размажет он. Ой, да не... Не пиздите, пожалуйста. Так, давай вот это попробуем как-то сюда стать. Достанет она? На двенашку нормально, минус 40. Это отличный результат. Блять, пробили ворота, сука. Пробили ворота. Два с 18, окей. Не переживайте, будет вам веселье, ебать. Так, этого не достать, сука. Заебал. Как же удобно стал. Нормально, 16. Отличный результат. Идем дальше. Давайте, пацаны, не подкачайте. Ой, хорош, красава, добил его. Да нахуй они пройдут. А ну, подожди, подожди, это что? Концентрированный взрыв. Нихуя. Красивенько, слушай. А куда его можно наносить? Под ней, допустим, можно? Вот, сука, цель, блядь, слишком далеко. А по вот этому? Слишком низко. Бляха, походу только рядом можно. Блин, я бы посмотрел, я бы посмотрел. Еще один минус. Ну, их осталось не так уж и много. Можно радоваться. Хорошая защита, в принципе. Блять, Зевлор, правда, помер, да? Что-то его скрючило, конечно. Ну кто? Я им управлять не умею. Что уж тут поделаешь? Ну, зато он защищал как мог. Я здесь уж, увы, ничего не сделаю. Она сюда собралась или убегает? На нахуй. Мне кажется, она убегает. Торбен.
И все. Ну, почти. Подожди, двое осталось. Ну да. Стопудово убегает. Хотелось бы ее добить, если честно. Хотя ее можно как-то переманить на нашу сторону, но это такое. Это в прошлом. Блять, один вообще. Тупо орков нахер. Перебили всех. Охренеть. Она этим помогает, типа. Ой, как хорошо она стала, слушай. Прям шикарно. Ну ладно, я это ожидал, в принципе. Понятная тема. Так, со. Вот и все. И нету нашей чувихи этой. Нихуя она лечится, блядь. Ну вот и красава вообще, слушай. Ближе подошла. Окей. Так. Именно вот это ебаш. 55. О, ну на десятку. Ну, блядь, самому оставаться. Мне кажется, там интеллект бы побежал куда-то. Это дичь вообще. Сейчас опять лечиться будет. Ебать, 24 восстановила. Ты шо, сука? Голова ебаная. Охуеть. Так где она? Сука, не видно ее. А где она? Что-то я не понял. А, она уже здесь, что ли? Не видно. А, она вот здесь прям. Ебать, голова запрыгнула. Нихуя напрыгивает, слушай. Так, сейчас Гейл. Гейл, не подкачай, пожалуйста. Цель не должна быть обездвижена. На что, в ловушку попала? Ну ладно.
Так, окей. Что это, блядь, за удар был? Какого хуя? Почему оно меня сюда так по-тупому делает? Такую херню непонятную. Давай, уеби нормально. Да какой промах? Call you outcasts, hellspawn, foul blood. But take a look out there and tell me. Так, ну посмотрите вокруг и скажите, чья кровь пролилась, потому что я нашел для нас другие слова. Нет, не буду называть нас героями или там воителями. Хватит пафоса. Мы выжили, и мне теперь за нас не страшно. Пусть да врат Балдура еще пилить и пилить. Теперь вы знаете, кто вы и на что вы способны. Нихуя себе. А страшно будет тем, кто вовремя не уберется с дороги, что богам, что смертным. Ты, у меня нет слова, чтобы отблагодарить тебя за все, что ты для нас сделал. Как бы все ни сложилось, помни, что у тебя есть родичи во вратах Балдура. Боги, я бы тебя туда на руках отнес, только у тебя другие дела еще остались. Если ты не против нашего присутствия, мы присоединимся к тебе в лагере. Собери своих, а я своих, мы выйдем вместе по твоей команде. Во врата Балдура, что ли, вместе? Боги всемогущие, это Хальсин. После всего, что случилось, вот он тут как тут, прямо на праздник. Ну и чуть ее... Не завидую я сейчас Каги, а вот тебе у него, спорим, поприятнее разговор будет. Как закончишь, приходи к нам, одним поводом для пирушки будет больше, верно? Так, дайте мне личинку ебануть. Так, и даже существа, чей запас очков здоровья в результате вашей атаки стал меньше, чем число ваших... развитых элитистских способностей, умирает, а все существа поблизости получают 1-4. Блин, неплохая штука наперед, в принципе. Хуя, я там мозг, конечно, оперирую, слушай. Сколько у меня личинок будет? Так, ну кто-нибудь, поднимите уже Гейла. Почему он лежит вечно? Странный тип, конечно, этот Гейл. А где орки? Давай облутаем орков, я уверен, там найдется чего-нибудь полезненького. Это ритуальный посох. Свиток масла. Вроде как-то изучать их можно было. Я так и не понял, изучаются ли они или нет. Обычный яд, ладно, ближний бой. Паук — это херня. Да, в принципе, и там, наверное. Нам еще зелье лечения нужно. Прикупить уж точно. Окей, ладно.
Ну так зато я детям, слушайте, поднял настроение тем, что вырезал весь лагерь гоблинов. Это ж ебать. Это вообще просто. Так, Аарон, ты, по-моему, продавец какой-то. Деревьями, клянусь, не знаю даже, чего я больше боялся, гоблина или того, что придется торчать в заперти с Кагой до конца дней. Благодарю тебя, обе проблемы решены одним ударом. Прям одним. О, у него 700. Лимак нужно один сохранить. Ах, так, ладно. Давай вот это все говно продадим. Потому что это реально говно. А лопата, по-моему, нужна для чего-то. Кожаные перчатки дров тоже хуйня. Это тоже хуйня. Стильные сапоги хуйня. Свободная одежда Ментары. Может кому-то подарить. Свободную одежду потерял. Интересно. Разговор с мертвецами. Прикольно, прикольно. Так, вообще у каждого свои деньги есть, ёб твою мать. Ну ладно. Вот, и смотри, какие у него бронька какая есть. Тяжелая броня. А почему мантий нету? Каких-то интересных. Перчатки ловли снарядом. Фига. Прикольная, наверное, тема. Это посох? Я не пойму. Походу, да. Танцующий под дождем. Белесый посох, украшенный врезанным в него топазом в форме капли. Слегка холодит руку. И все, больше нету, да, у него посоха? Тогда берем. О, хорош, смотри какой. Создание воды. Только под основную руку что-то там. Так, сумка с припасами. И что еще купить нужно? Аптечки. Так, окей. Ладно, вроде больше. Я просто рад, что помог. Ах уж, как я рад. И уверен, эти несчастные беженцы тоже со мной согласятся. А ничего у него интересного нету. Было, только я уже все посмотрел, купил. И так далее. Ладно. Ладно, пожалуй, давайте можем, в принципе, на этом и закончить. Потому что дальше там больше болтовни, туда-сюда. Здесь мы рощу защитили, и вообще прекрасно. Кто-то в лагере хочет поговорить. Гел там чуть ли не умирает. Гекс. Кого ты хочешь возродить? Возрождай. Зевлора или кого там. Так и кто хочет поговорить, что я не вижу? А, этот, блядь. Этот, блядь, вампирчик. А знаешь, я когда никогда не представлял себя в роли героя. Никогда не думал, что однажды кто-то будет поднимать тост за то, что столько жизни я спас, и вот. Что-то так... А чё он так работает странно? This is awful.
Не так уж все и плохо, думай. Только ты гоблина убил. Да, это было веселье, только его там не было. Ну, хотя, пару раз. Однако хотелось бы получить награду что-то большее, чем хлопок по плечу. Ну, кстати, да. Давай бутылочки вина. Ебануть. Еще и с кровью, да? Вот, видишь, ужас. Все, чего я хочу, это больше чего-то более завлекательного. Стало быть, нет веселья. Какое он хотел веселье? Морковками потереться или что? Так, окей, ладно, я думал, что это ночью произойдет. Гил, что такое? Надеюсь, тебе понравился вечер. Ты без сомнений заслужил его после таких трудов. Немало времени пройдет, прежде чем тебе вновь выпадет такая ночь, многое еще предстоит сделать. Я убежден, что лекарство от этой заразы нужно искать в лунных башнях, но все не так просто. В особенности самое путешествие туда — это чрезвычайно опасно, хотя мне кажется, ты уже привычен к опасности. К опасностям привычен, блять. Охуеть. Тогда в лунные башни лучше я потороплюсь. Постой, тебе следует знать еще кое-что. Чтобы добраться до башни, тебе придется пройти ужасное место, проклятое место. Это проклятие окутывает тенью все сущее. Ты не увидишь там жизни и света, ничего, что берет начало в природе. Любой, кто задержится там, будет извращен заклятием и превратится в создание тени, измученный. Опасный дух. Это верно наполовину. Тебе нужно попасть в лунные башни, но как именно добраться туда, здесь выбор у тебя. Можешь пройти поверху, по схожей дороге или через горы. Сначала дороги будут легкие, но рано или поздно на тебя падет проклятие. А можно пройти под землей, где-то в разрушенном святилище с луны начинается тоннель, что ведет к лунным башням через подземелье. Давным-давно муж по имени... Ты серьезно? Aridan and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, из этой крепости войско Кетерика могло попасть в святилище Солуны и в лунные башни, но он пал. Так и не успел организовать атаку. Если сумеешь отыскать это место, оттуда наверняка откроется прямой путь к лунным башням, возможно, даже в обход темного проклятия. Как же мне отыскать этот путь под землей? Я не хочу заблудиться в подземелье. Я лучше поверху, наверное, пойду. Возможно, ты передумаешь, когда почувствуешь на себе действие проклятия. Он хочет присоединиться к отряду, я давно хотел вернуться в лунную башню. Похоже, наши сплелись. Тогда пойдем, ёпта. Я советую начать поиски в святилище Луны. Если ты отыщешь потайной вход в тоннель темных юстициаров, возможно, он выведет тебя. Да не, оставьте, Сильванус. Окей. У нас плюс. Доп, пацанчик. Бля, есть же мутал этот. А какой предмет хочет? Сейчас нужно забрать у него предмет. Дал ему тапки, а он... Смотря какой предмет он хочет, кстати. Класс брони 12. Здесь 16 класс брони. Он такой крутой, слушай. Прикольный. А у нее какой? 14, бляха-муха.
Кольчужный доспех. Нормально, слушай. Так, ну давай это отправим тогда. Где, какой у него, что у него? Проверкам скрытности, окей. Так, 14 атак. Чего? А, нет у меня средняя броня, окей. А у Гейла есть? Тоже нету. Ладно. Let's move. Just what I need. Что-то он умирает вообще. Given the magnitude of what we're up against, I see no. Да ебать, я у тебя. But that is most gratifying to hear. Ага. А это что? Почему здесь Shadowheart написан? А, не в этой. И что, ему не хватает или что? Thank you. А, нет, все нормально. It is a spur. This doesn't feel quite right. It never feels right. But it relieves. This doesn't relieve. The magic isn't having the effect it should have. It merely drizzles. The embers still sizzle, the fire. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please. I need to think. I need to. Thank you for the artifact. Окей, что-то он, короче, не случилось эффекта, который он ожидал. Ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Зубай Витруб. Всем пока-пока.